Друзья, привет! Давайте поговорим сегодня о слове «эмельт», которое пишется с буквой «алев», «мем», «тав». Слово «эмельт» переводится как слово «истина» или «правда». И оно тоже образует разные части речи. Начнем с прилагательных. Слово «амити». «Амити» уже переводится как «истинный», «настоящий», «правдивый». Женский род «амитит». Множественное число «амитиим», «амитиот». Также этот корень «алиф мем тав» образует глагол «леамет» в биньяне пиэль. Глагол «леамет» переводится как «подтвердить подлинность чего-либо». Например, подтвердить подлинность личных данных. «Леамет пратим ишиим», как на английском слово «verify». От него же, от этого же глагола, мы получаем отглагольное существительное подтверждение подлинности «имут». А также это слово «эмет» образует наречие «бе-э-мет». Но если быть точнее, то предлог «бе» плюс слово «эмет» образует наречие «бе-мет». «Бе-мет» переводится уже как «действительно», «по-настоящему», «поистине», «воистину». И мы часто его встречаем, говорить в разговорной речи. Именно «бе-мет», не «бе-мет», как я часто слышу от русскоговорящих людей. «Бе-э-мет». Вы должны немного оттягивать букву «э». Например, я хочу сказать, я действительно по вам соскучился. «Ани бэмэт итгаагати элехэм». Или «он действительно хочет», «она действительно хочет». Воистину, поистине. «У бэмэт роце», «и бэмэт роца» и так далее. И если этот ролик был действительно полезен для вас, вам полезен, то ставьте лайк и делитесь им с тем, кому он также будет полезен.